Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Давай танец. Какой? Давай. Да там еще не подключились. Ну, я не могу, мне. Стой, давай. Если бы у тебя... Я не могу. Где Сёма, чтобы он видел это? Какая-нибудь... Какой у девушки вкус? Сама мне их принесла, попросила, чтобы я их одела и снимаю трансляцию. Я не могу. Чё, покупаешь? Да. Егор Журнов пишет, фу. Классно же. Всё, дальше я джинс померю нормально. Что ты думаешь? Классные джинсы. У меня нервы железные. Ага. Тут написано, Даш. Класс. Не, тебе так-то идет вот, очень даже вот неплохо. Вот, если бы они были вот здесь, вот так вот, то джинсы были бы шик. Ага, конечно. Чё? Нет, ты посмотри карманчики впереди. Ну, я имею в виду, что у меня слегка нормальная. Я сейчас тоже померю. Даже как рано меня снимает, достал, уже выключу трансляцию. Он говорит, покажи жопу. Чё тебе ещё показать? Ну нет, просто посмотреть, как да это... Да как сзади смотрится! Нет. Да как сзади смотрится! Сёма подключился, о, покажи нет. ему! Нет! Я не уверена, что он подключился, я не буду пока... Отстань! Да там Сёма, серьёзно, семя! Он вдоль от меня! Ну пусть он видит, как... Да блин, Даша, у меня фотки есть, хватит! Подожди, дай хотя бы за скринью, ну встань, как ты стояла, пожалуйста, у меня памяти нет! Да не так! Сука, ты ремень уронила! А как... Да как встал уже шапку, все равно даже куртку. Нормальный, он говорит. Блять, все, он говорит, нормально. Покупать ей? Да я джинс покажу уже. Да подожди, можешь вот так встать с карманами? Я тебе сфоткаю. Как вот так стоял? Да, давай. Ну что, долго еще, Андрюша? Все, все. Все, уйди нахуй своими перескоками.